Ясно. Здесь чужак. Всем отрядам вступить в бой. Я ушел. Цель передвигается по земле. Нравится. Какого? Стой смирно. Боже мой. Враг использует нас. И еще одна, Рико. Поддержка с воздуха уже в пути. Тут у нас чужак! Что это? Одна минута до взрыва. Должно помочь. Ну это уже как-то чересчур. Отлично, Рико. Что-то подозрительное. Надо проверить. Сбрасываю снаряжение! Береги голову! Контакт с целью потерян! На связи штаб. Найди противника. Выдвигаемся. Нет контакта с противником. Перегруппироваться.
сам это сказал, Рико. Давай ударим Эспиносу по больному месту, по кошельку. Приса Ауто производит автомобили для жителей Солиса, которые не могут позволить себе иномарку. Завод Приза Автомобил. Завод почти полностью автоматизирован. Без помощи компьютеров ничего не сделать. Изи нашла способ, как... Ага, дай-ка я. Мы перегрузим энергосистему, все зашифруем. После этого никто не сможет использовать завод. И как же перегрузить энергосистему? Этот завод расширяли раз в 5. Запусти каждый из контуров, тогда система не выдержит. Когда система перезагрузится, начну действовать я. К энергосистеме можно подключиться из 3 испытательных ангаров. Похоже, здание изолировано. Тут какой-то сканер. Наверное, открывается только для того транспорта, который должны испытывать. На пульте узнаешь, какой транспорт нужен. Тут нужен присосол. Осторожно! С ветерком. Это неправильно. Нужно найти Сол-21. Здесь ничего нет. Это неправильно. Нужно найти Сол-21. Поехали. Глупо.
Они не дают спуска черной руке. На связи штаб. Найти противника. Не вижу противника. Начинаю поиски. Эй, Рико! Снаряжение сброшено! Мы потеряли цель. Возвращаемся. Выдвигаемся. Хорошо было. Да что я тебе такого сделала? Пока, психопат.
Не вижу противника. Начинаю поиски. Надо размять ноги. Вражеские шпионы забрасывают охрану наших поставщиков взрывчаткой, и мы зверски отстаем от расписания. Возьми с собой нескольких новобранцев и взорви бомбы так, как это нужно нам, Рико. Поехали. Мы это делаем? Боже мой. Хочешь попробовать? Противник в районе действий. Я тебя нашел. Подтверждаю контакт. Можно атаковать. Всем отрядам черной руки. Ожидайте дальнейших. Представляешь, что отмочили эти трусы из черной руки? Устроили диверсию на нашей территории. Бомбы под землей. Черная рука – просто наемная армия. Они ни во что по-настоящему не верят. Их можно купить. Враг использует наземный транспорт. Им конец. Всем до единого. Проклятие! Мне нравится. Не стал наступать. Сохраняем бдительность. Только был выбор. Кажется, у меня что-то с плечом. Отрядом вступить в бой. Нужно укрытие!
Я не слишком люблю насилие. Но каждый, кто бомбит свою родину, заслуживает пару пуль и 30 серебряников. Черт! Контакт с целью потерян. Ясно. Нужно найти цель. Мы готовы. Люди готовы. Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Кажется, у меня что-то с плечом. Им конец. Всем до единого. Мы готовы. Люди готовы. Ого. Им конец. Всем до единого. Суровая учеба на практике, а? Мы готовы. Люди готовы. Я что, оставил ключи в грузовике? Мы это делаем? Боже мой. Бежим, граната!
использовать наземный транспорт. Вот дела. Последняя твоя остановка – поставщик. Они до сих пор разгружаются. Уничтожь их. Хочешь попробовать? Последний контакт с целью был внутри периметра. Ждите. Я что, оставил ключи в грузовике? На, выкуси! Если бы у нас только был выбор. Контакт не вступать. Всем отрядам сохранять бдительность. Я что, оставил ключи в грузовике? Хорошо было. Мы прикрыли. В районе действий. Неосторожно! Всем отрядам вступить в бой. Это что было? Сегодня у нас выпускной. Рико, ты меня очень здорово выручил. Не вижу цели. Штаб, жду распоряжений. Ясно. Продолжать преследование. Прекращаем поиски противника. Продолжаем патрулирование. Возможно, у нас тут вражеская активность. Проверяю. Пацан, если мы хотим пройти через грозу, лучше заранее придумать, как не превратиться в пепел. Как по мне, лучший вариант – метеолаборатория.
Да, принято. Сбрасываю груз. Выдвигаемся. Я ушел.
Ты туда! Занимаю укрытие! Рико, думаю, пора забрать у Оскара международный аэропорт Солиса. Ему это не понравится. Я за. Отмечаю вторую взлетную полосу рядом. Заскочи, когда будешь готов. Вперед!